Ножик. Вот он, красавец. То есть надо глядя в зеркало, метнуть через спину, воткнуть в карту. Реально или нет? Сейчас увидим. Реально? Ничего сложного в этом нету. Предлагаю всем метателям поддержать этот вызов. Медная трубка, можно алюминиевая, можно какая. Сами видели. Свидетель есть. Да. С 3 метров садил нож в медную трубку. На просвет трубка. Так, ну я думаю, теперь по 2 ножа сразу покидаем с 5 метров. Расстояние 10 метров. Бросок снизу. Уж не знаю, что выйдет. Да, в принципе, вроде ничего вышло. Да легко. А звук какой? Вообще, не звук, а сказка. Так что музыкальный нож, хоть я раньше и снимал с близкого расстояния, но с дальнего он тоже неплохо себя ведет. Тупые столовые ножи. 3 попытки, 20 метров. Реально или нет? Учитывая то, что до трубы 2,6-2,7 метра где-то. Так что придется с полубоку метать. Дом летающих кинжалов точно отдыхает. Так, ну что ж, 20 метров тупой столовый нож. Реально засадить или нет? 2-я попытка. Засадил. И еще один засадил. Но я думаю, увеличивать, наверное, не стоит. Хотя, ладно, увеличим, потом подойдем. 20 метров. Разброс, правда, большой. Ну, ладно, один здесь, один там. А сейчас, думаю, надо подойти к мишени и вплотную все посмотреть. Выдержит он или нет? Да выдержит. Правда, не в белый лист попал. Ну, ладно, и так нормально. Так, где-то там. Точность надо попозже подогнать. Ну, почти центром садил. Ну, поехали. Yes! Я крутой чел. Давай, 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 давай. Есть. Россия круче всех. Русские непобедимы. В мишень я уложился в метровую, воткнул. Надеюсь, полет был видно. В мишень уложился. Все круто.